солнечного города Сочи. С вами, как всегда, Арина. И сегодня у нас, друзья, 19 июня. Я начинаю новый влог. И как вы думаете, куда же мы с вами сегодня отправимся? Сынуля мой рядом тут сидит. В общем, друзья, мы решили с сыном поехать в Сочи. Почему, как вы думаете? Да потому что я хочу ему купить что-то из вещей, обувь. Я всегда, когда приезжаю в Москву, ему покупаю, и когда он приезжает сюда. Мало того, что я уже ему купила немного летнего, костюмчики, шорты, футболочки. Он, как всегда, тут вот поставил, да, и все, объезжайте его. Поэтому мы немножечко принарядились, естественно, собрались, и поедем мы с вами не на машине, а поедем мы с вами на электричке. Но вы спросите, как же тогда, Арин, ты тут на машине заруливаешь, да, а сама на электричку собралась? Да потому что, друзья, я ненавижу, прям вот реально подчеркну это слово, ненавижу местных таксистов. Они гоняют, я даже сама водитель, с очень давнишним стажем, не могу с ними кататься. Реально, вы знаете, друзья, у меня прям реально сердце схватывает, как они носятся, я так не могу, не. Поэтому мы сейчас с вами едем на машине на вокзал, грузимся в электричку на машине и едем на машине в Сочи. Ну, конечно же, я шучу, да? Как всегда. Мы там поставим с вами, я покажу вам парковку, друзья. Она платная. Оставим ее до вечера. А сами поедем на электричке в Сочи. Мы посмотрели уже с сыном расписание. Взяли с собой водички, перекус в электричку. Потому что расписание почему-то поменялось, и сейчас очень много электричек едет до Сочи, до Адлер, с указанием мест. А с указанием мест это значит отдельная оплата. Вообще 225 рублей стоит на одного человека прокатиться на электричке до Сочи. Но сейчас мы с вами все это будем брать, билеты, я вам все покажу. Вы все это увидите. Вот, так что, ну, по времени, значит, на электричку мы поедем на 11:23. Сейчас где-то время, ну, примерно там 10:30. Кстати, как всегда, забываю часы. О, так, друзья, зеленый свет, мне это уже нравится. А вы замечали, кто за рулем? Если вы едете зеленый свет, то значит, вам дороги открыты. А если еще зеленый свет 3 раза, 5 раз, да, попадаете, вы прям проскакиваете. Это прям вот моя фишка, я обожаю это. Значит, вы все правильно делаете в этой жизни, друзья. Так что давайте, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь. Естественно, как всегда, хочу поблагодарить сердечно, как всегда, тут ремонтируют дорогу, за комментарии, за вашу обратную связь. И напоминаю, друзья, что розыгрыши продолжаются. И что в конце месяца я всегда определяю 3 победителей на призы. И призы получат самые активные, друзья, да? Которые всегда со мной, которые всегда со мной на море, в магазинах, в покупках, в обзорах, везде, да? И, естественно, поддерживайте меня, за что я вам отдельно очень благодарна. Так, ну что, друзья, мы сейчас подъезжаем к вокзалу. Мы сейчас подъезжаем уже к вокзалу. И я вам покажу, помните, где я покупала колеса, где я хранила колеса и где, естественно, я их меняла. Мы заезжаем туда, на парковку. Значит, с левой стороны у нас вокзал будет, где вот этот, видите, надземный пешеход. А с правой стороны у нас шиномонтажка. И мы заезжаем сюда. Ну и как всегда, естественно, здесь что-то происходит.
Так, ну сейчас нам укажут местечко. И мы куда-нибудь припаркуемся. Здравствуйте! Нам до вечера куда поставить? Сейчас нам покажет охранник. Ага, вон он вышел. Угу. Местечко нам ищет. Дай, Господи, нам местечко. Так, куда он мне показал, Никит? Налево. А? Налево? Прямо налево. А, да, вижу, спасибо. Так, видите, друзья, представляете, вот утро раннее, да, а уже столько машин. Так, вот сюда, да, Никит, я так понимаю, возле джипа он сказал, да. Паркуемся. Так, друзья, на целый день парковка стоит 400 рублей. Мы поставили до вечера. Охранник сказал 100 рублей в час. Цены подросли. Я оставляла за 150, оставляла за 200, уже 400. Но что сделаешь, да? Ничего не сделаешь. Так, мы сейчас с вами направляемся на вокзал. Так, перешли мы дорогу через надземный пешеход. Идем на вокзал. Видите, стрелочка, вход в вокзал. И сесть в палаточку, видите, водичку купить, перекусить. Так, ну что, друзья, мы идем покупать билетики. Туда и обратно сразу сейчас возьмем. На двоих. Уже очень жарко, конечно. Люди прячутся в тенечке, сидят. Видите? Потом через ЖД, помните, на Адаевского мы, где кафе «Финиш», купались и загорали. Свежая выпечка. Так, тут можно пройти. Мы идем с вами в кассу. А над морем летают парашюты, друзья. Такая красота, да? Очень, конечно, жарко. У нас сейчас по температуре где-то градусов под 40. В тенечке 32 градуса, 33. Вот на сегодняшнее число. Поэтому я считаю, друзья, лучше говорить число, да, по крайней мере, мы хоть погоду как-то наблюдаем. Адмирал Михаил Петрович Лазарев, видите, 1788-1851 год. Очень, кстати, они хорошо, смотрите, благоустроили, красивые цветы посадили, так насаждение прям зелено, так хорошо, красиво. То есть отлично. Ждем электричку. Скоро отправимся. Здесь тоже, видите, олеандр, он цветет. Кстати, кто-то мне написал, он
Ядовитые. Ну да, я знаю, девочки, что олеандр ядовитый. Хотя у меня дом тоже есть. Все равно он красивый. Согласитесь, да? Смотрите, какой нежно-нежно-розовый цвет. Вообще супер. Юка. Видите, деревья так хорошо прям ухаживают, да? Видите, шикардос. Вокзал Олимпийский парк. Прибывает на первый путь. Электропоезд Туапсе и Неретинский курорт. Вокзал Олимпийский парк. Прибывает на первый путь. Вот мы, кстати, на этом едем. На первый путь прибытия. 2 билета туда и 2 билета обратно в Сочи, в Лазаревское, мне обошлись в 960 рублей. Когда буду доставать билетики, я вам покажу цену. Народу очень много, конечно. Гости прибывают на море, вообще отлично. Люди довольные, счастливые, в отпуск приехали. А мы тут живем, мы вдвойне счастливы. Да, девочки, мужчины? Кто местные, согласитесь, да? Кто меня смотрит с Лазаревского? Или кто переехали? Вы счастливы, что вы здесь живете на море? Все, друзья, отправляемся. С Лазаревского, Сочи. Ехать около 2 часов. Еще едем.
еще целый час остался. Так, ну вот, делить кино, смотрите, туда и обратно, 480, 2 билета, и 480, обратно 2 билета, отлично, прибытие в 13:08, лоу прибыли. Смотрите, друзья, горный воздух, смотрите, аквапарк. Едем уже до Дагомыс. До Дагомыса минут 15-20 и будет Сочи уже. После Дагомыса станция Мамайка. Потом уже Сочи. Очень много народу тут пришло вообще. Загрузилась в Дагомысе, очень много народу. Мы аж подвинулись тут с Никитой, да, Никита? То мы тут разложились на три кресла прям. Вообще, кайфуем. Народу очень много. Время сейчас час доходит дня. Друзья, мы приехали. Вокзал Сочи. Сейчас идем заказывать такси до Маримола. Смотрите, в Сочи какое движение. Мы сейчас идем, стоянка такси нам показала. Угу. Вызов по Яндексу. Сколько Никита сказал рублей? 250. 250 рублей до Маримола на такси с вокзала Сочи. А? Угу. Какой там номер? Двери будешь Друзья, мы с вами подъехали к торговому центру Маримо. И сейчас мы будем заходить. Я с вами буду сейчас прощаться. И в следующем влоге вы увидите наш шопинг с сыном. Желаю вам прекрасного дня, вечера, ночи, смотря в какое время вы меня смотрите. А с вами, как всегда, была Арина Море Сочи, друзья. Пока-пока!